снимали яблоки, листьев сколько насыпалось. Прошел сильный дождик очень. И утром был дождик. Много, конечно, еще осталось. Но хоть немножко мы ей облегчили жизнь. Вот на Антоновке. После сбора урожая осталось еще яблок полно. А эти яблоки сегодня снимали с Антоновки. Вот этот ящик с горой. И вот здесь три ящика. Это ящик с червоточинками, с паршой. Это тоже. И тут немножко груш и мельба осталось. И вот эти тоже. Снятые с дерева. Вот это все мы сняли с дерева. Столько. Очень много яблок. И главное то, что они очень сильно падают. Вот. Желтеют уже. Пусть доходят в ящиках. Потому что на яблоне осталось еще столько же. Вот сколько.